Столпотворение в магазинах и на рынках. Наибольшим спросом в преддверии Нового года пользуются свинина, мясо петуха на холодец, яйца, овощи и экзотические фрукты. Чтобы купить все посвежее и подешевле, люди готовы идти по головам. Что преферат, Динкар? Костицы, карнуасы. Не требуем костат на узеч. Виспари май скумпти, как обичай, а вот это шо? Оста и пиаца. Сарбатори мажоритатя приготовят пифтия, а декорачтура. Чем мы бини? Многие готовят холодец, поэтому покупают свиные ножки. Стоят по 60 леев за килограмм, потому что на них много мяса. Покупают еще для выпечки, голубцов, хорошо идут ребрышки для борща. А, ну, это се întreabă костица ла борщ сказут. А, ла карне де пуй, ну и де пуй, дай пасар. У нас домашнее мясо. Куры, петухи, гуси, утки. Вот петух для холодца. Молодого индюка можно запечь. Килограмм свинины стоит около 65 леев, ноги на 5 леев дешевле. А вот за килограмм мяса петуха или индейки придется выложить 90 леев. Помидоры и огурцы для салата на праздничный стол обойдутся в 35 леев, зато мандарины можно купить за 20. Цены, по мнению многих, кусаются, но покупателей от этого не меньше. Наготовлю всего, потому что у меня еще и день рождения 1 января, так что жду внуков, братьев, сестер. Трачу очень много денег, готовлюсь накрыть богатый стол. Жена мне составила список покупок. Она знает весь ассортимент на центральном рынке. Вот, дошел до мясного павильона. Купил все, что нужно на голубцы, оливье и так далее. Цены как даром все. Купила по большей части овощи, фрукты, сладости. Я из села, мы уже зарезали поросенка и птицу. Цены не такие уж и высокие, но так накупишь всего и тысячи леев, как не бывало. Я взяла живую рыбу, 33 лея за килограмм, 150 леев всего отдала. Приготовлю заливное. Да что с фашизм пешки? Очень дорого, на нашу пенсию ничего не купишь. Продавцы при этом уверяют, цены из-за наплыва покупателей поднимать не стали.